Знал же, что я спрошу. Да-да. А что ты хотела спросить? Как я выгляжу, да? Ну, естественно. Дорогие мои друзья, я хочу вас попросить написать в комментариях, как избавить... Тут мне уже, правда, написали, почему я тебя называю Заринея, Зарина, Зарина Абдибековна, просто давайте официально будем. Малютка, Доня, доча, господи. Давайте как-то поможем избавиться от комплекса. Это у нас большая проблема, оказывается. Я не подозревал, насколько все серьезно. Постоянный комплекс, как оно выглядит. То есть тебя рисовать прямо, не знаю, вот он. Вот. Мона Лизу. Муза Микеланджело. Конечно. Как вчера я тебя убила, да, просто вопросом. Каким? Я забыл. Что ты про толстую, Макс, я слишком толстая. А, худое ли у меня лицо? Да, да, да. Вот у меня, я спрашиваю, а что, какого ты ответа от меня ждешь? Худое ли у меня лицо? Толстое? Угу. Дальше что? Худое. Дальше что? А потом была смешная шутка про... Как это называется, скажи мне. Когда девушка спрашивает у парня, а вот если бы я не родилась, ты бы меня любил? Да. Представляете, если бы я не родилась, ты бы меня любил? Абсурдные вопросы. Все как мы любим. Ну что хочу сказать. Спасибо тебе, Донечка, доченька, Зариночка, малюточка, куколка, девочка моя. Как еще назвать, не знаю. Что приехала, провели прекрасное время, практически все сделали, все, что хотели, кроме музея. Но это на следующий раз, и надо, конечно, готовиться. Да, теперь заранее, знаем. Билеты, все. Обязательно сходим. Мне самому теперь стало интересно. Без тебя не пойду. И тебе, Макс, большое спасибо за гостеприимство, за то, как Евгений Николаевич встретил. И тоже с кем надо увиделись, душа спокойна. Какие дела сделали, я тоже очень рада. Вот, поэтому... Тебе крепкого здоровья. Туда смотрите, на тебя. Крепкого здоровья. Чтобы тоже не грустил. И тебе хорошего полета. Да, приезжай в Астану. Ну, давай друг к другу приезжать в гости. Да, почаще. Да. Не родителям привет и здоровья. Обязательно. Спасибо большое. Прям такое казахское было гостеприимство. Да? Да. Ну ладно. Все. Обнимаю, целую. Пока-пока. Это просто, представляешь, вот кадр. Мы в аэропорту прощаемся, и вот сейчас включается кадр. Да. Не надо, у меня опухшие глаза. А я издалека, я даже близко не подхожу, заметь. Просто... Просто вкратце расскажи, как так случилось. Я не буду говорить ничего, все, да. Я не знаю, как так случилось, наверное, так должно было случиться. Естественно. Это для меня урок, быть впредь намного внимательнее и тщательно смотреть табло рейсов. И не только время и город вылета, а именно номер рейса. Конечно. Вот. И, конечно же, сидеть возле выхода. На попе ровно возле своего гейта. Не ходить по кофейням, разговаривать по телефону и... А ты еще разговаривал по телефону? Да. Нет, теперь просто картинка вырисовывается. Нет, ну я разговаривала не тогда, когда самолет уже улетел, а попозже. Ближе к... Ой, Доня, Доня. Ой. Это вот я хотела показать, моя дарсенка. Зевал. Мама сфоткала. Я же по нему скучаю, не могу. Да, тоже по тебе скучал. Да, он. Наверное, Тошка рад больше всех, что я вернулась к нему. Но самое ужасное в этой трагедии, мне кажется... Дорогущий билет. Очень, да. И нервы, конечно. Нервы нужно беречь. Но валерьяночки мы уже выпили. Да. Успокоились. Ну, наверное, так надо. Деньги это такое дело. Понятно, но
Просто, знаешь, когда этот перелет стоит столько же, сколько все твои перелеты из Москвы в Казань, из Казани обратно, из Астаны сюда и обратно в Астану. Да, это, конечно. Просто с ума сойти. С ума сойти, действительно. Ну, ничего. Значит, так надо было. Урок? 100%. На всю жизнь. И что? Ну, наверное, чего-то... Я же говорю, я должна была съесть шницель. Вот я не съела. Мы не доели шницель, который нам приготовил папа. Вот мы приехали, вы сейчас и доели. Да, доели, я сейчас спокойно улечу. Хорошей дороги. Да, и, скажи мне, кусочек хлебушка, который я не доела. Вроде на дорожку посидели. И вроде, да. А вот если бы не посидели, ты потом сказала, это потому что мы на дорожку не посидели. Понимаешь, как оно бывает? Да. Ну все, нам надо уже выдвигаться. Я уже теперь боюсь... Не то чтобы опоздать, а просто чтобы все вовремя. Ну, честно, вот как признаться, я до сих пор не помню, чтобы мой рейс был на табло. Вот второй компании рейс был. Поэтому я и увидела только один. Если было бы две Астаны написано, я бы обратила внимание. А так была только одна Астана написана. Ладно, не буду комментировать, расстраивать тебя. Все хорошо, все позади. Да, главное, жив-здоров. С кем не бывает, ничего страшного. Все. Аман бывает. Так, всем привет, дорогие мои друзья. Вот такая вот история произошла с нашей малюткой. Но ничего страшного, с кем не бывает. Хотя, конечно, она утверждает, что не было никакого объявления. Ну, честно говоря, уже не важно уже, что случилось, то случилось. Главное, что сейчас все хорошо, она долетела... до Алматы, там были у нее съемки, она уже сейчас дома. На самом деле снимаю это видео уже спустя 6 число сегодня уже, воскресенье. Да, все верно. Приехал на шиномонтажку, пора менять резину, уже заморозки. Я что хотел сказать? Я, во-первых, хочу сказать огромное всем спасибо за комментарии их. Как всегда, невероятно большое количество, за вашу поддержку, за ваши отзывы, за ваши слова, за ваши истории, потому что да практически у каждого похожая история, что связано с потерей близких. Я прочитал все комментарии, я как всегда поговорил со своими близкими друзьями, со знакомыми на эту тему. Вы знаете, вот сегодня уже сколько, да, 5 дней прошло. Конечно, это, наверное, я сам себя так психологически настраиваю, что, помните, я вам говорил, что у меня большие надежды на эту годовщину. Я не хочу сказать, что меня полностью отпустило, и все такое, знаете, как по щелчку, раз, так не бывает, никогда так не будет. Но у меня настолько отлегло, потому что последние дни до годовщины, это было просто вот на таких нервах и нервах. На нервах это я так называю всегда, шутя. Потому что, во-первых, первая годовщина, как-то волнительно, как все пройдет, мы там собирались с папой, там и стол накрывали, и все родственники приходили. Как-то было тоже это немножечко тревожно и волнительно. А плюс у меня была Зарина, тоже нужно было уделить внимание и время, и все. И мы так подрасчитали, что 31 числа она улетит, и у меня будет... там день у меня будет там, с папой поездить в магазин закупить к 1 числу. Все подробно рассказываю, чтобы было понятно. Конечно, и у меня был вечер для того, чтобы сделать это видео. Мне было важно, принципиально, чтобы оно вышло именно первого. И тут немножечко все пошло не по плану, потому что Зарина вот это вот не улетела. Мне пришлось за ней возвращаться в аэропорт. Мы у меня побыли еще, потом в другой аэропорт. Но, наверное... Так должно было все случиться. На самом деле я все успел. Я говорил уже, что монтаж был глючило, потому что я сделал киноэффект такого видео. Сзади все размытый фон. Хотелось красивую картинку. Я ее добился. Но при монтаже были сложности. И, в общем, меня вот просто... Вот, вы не представляете, как меня трясло. И 1 числа, когда все закончилось, все прошло, видео вышло, помянули, посидели... Мне настолько отлегло, вы себе не представляете. Мне прям, я все эти 5 дней, я меньше думаю, меньше вспоминаю, все это закончилось, и мне настолько легче стало, вы себе не представляете.
Во-первых, я понял для себя, что действительно нужно все пересмотреть, всю свою жизнь, что-то изменить. И, во-первых, наверное, я уже не буду такие масштабные делать видео, посвящать маме, не потому что я там что-то не хочу, потому что, наверное, я уже все сказал, прежде всего маме, все, что я хотел сказать, все, что я не сказал. Я все сказал, что хотел вам сказать, себе сказать. У меня вышло два больших видео, посвященные маме, и они были тяжелейшие, самые сложные, но самые нужные, прежде всего для меня. Я выговорился, мне действительно стало легче. Два видео, я имею в виду письмо маме, которое вышло на ее день рождения, и вот на эту годовщину. Это не значит, что я не буду там что-то вспоминать и какие-то, может быть, еще когда-нибудь сделать видео. Но вот на данный момент я сделал все, что я хотел. И мне от этого намного легче. Может быть, потом, когда я уже смогу спокойно смотреть видео, я сделаю какую-то нарезку из всех моментов. Ну, это время покажет, как бы я даже не загадываю и не заморачиваюсь. Но на данный момент так. Я, знаете, вы мне там когда-то писали, что «Макс, убери фотографии». Мне даже в голову не могло прийти, как можно убрать фотографии мамы. Но, наверное, я что-то уберу, потому что у меня не одна фотография в доме. Конечно, что-то оставлю. Но теперь я к этому прихожу. Правильно это, неправильно, наверное, каждый сам для себя решает. Но просто я, наверное, прихожу к тому, что нужно отпускать. Потому что по-другому никак. По-другому можно сойти с ума. Это не значит, что меня не будет накрывать там какое-то время. Но я не хочу об этом думать. Я не хочу... Вы знаете, когда-то вышло видео-письмо... Я его посмотрел, раз, наверное, 20, если не 30, за все это время. Я его смотрел первое время. И я себя... Мне хотелось его смотреть. После сегодняшнего видео, после последнего, я имею в виду, я его ни разу не смотрел, мне нет желания его пересмотреть. Не знаю, почему, с чем это связано. Просто не хочу. Потому что оно было сложнее, оно было тяжелее для меня. Ну, вот как-то так. Поэтому я подвожу какую-то, наверное, может быть, черту условную, прежде всего, сам для себя. И еще раз вам огромное всем спасибо, всем терпения, всем здоровья, всем пережить то, что вы переживаете на данный момент. Я буду пытаться возвращаться, потому что мне один человек, близкий, можно сказать, который мне сказал, что тебе нужно вылазить из этого и возвращаться к тому контенту, за который тебя полюбили, за который к тебе приходили. Вот. Наверное, в этот первый год к этому было невозможно. Да и в реалиях сегодняшнего времени тоже не особо хочется хихихаха. Но, наверное, нужно. Несмотря ни на что, нужно, потому что, просто нужно. Не знаю, как вам, но, наверное, мне точно нужно. Поэтому как-то так. Спасибо еще всем. Здоровья, удачи, хорошего дня. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал, все сделал, потому что я всегда этого делал, но в последнее время я этого забываю сказать. И даже это нужно возвращать, дабы не нужно забывать свои традиции. Свои такие, так сказать, фишечки своего канала. Все, всех люблю, целую. Пока-пока.